Принятие присяги юнармейца – это важный момент для каждого школьника, желающего пополнить ряды движения. Чтобы стать полноправным участником юнармии, мало быть активным. Важно любить и уважать свою родину, быть ответственным за свои слова и поступки. Клятва юнармейца – это не просто слова. Это ваша клятва служению России. Первая ваша клятва, которую вы даете. Гордитесь и носите эту форму с честью. Те знаки различия, которые мы вам сегодня вручим. Я думаю, из вас вырастут настоящие защитники Отечества. Прежде чем получить знак юнармейца, школьник дает клятву о том, что будет верен своему Отечеству, обязуется соблюдать устав движения, следовать традициям доблести и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев и, конечно же, быть патриотом. Преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! После торжественной клятвы участники церемонии получили не только желанные знаки в виде орла, но и книжки юнармейцев. Отныне именно в них будут фиксироваться все личные достижения, успехи и победы каждого представителя движения.